Так, тут небольшой курятничек. Тут все достаточно традиционно. Вместе с небольшими перепелятником. Тут три секции. В одной брама, в другой фавероль, в третий кто? Не помню кто. Но здесь вот мне понравились вот такие лесенки. Лесенки, насесты, и они же доступ к гнезду. То есть, а гнездо-то вообще на самом верху находится. Вот выше моей головы где-то тут было яичко. Тут или тут. Сейчас посмотрим. Вот оно. То есть, вот брама, птицы тяжелые. Несмотря на это, они поднимаются на самый верх. А на подстилке лежит отходы из зерносортировки. Запаха практически нет. И они, ну, очень хороши, судя по всему. Вот еще раз лесенка. И вот по этим лесенкам птицы забираются. Ну, сейчас я зайду. Вот, чтобы было видно. Птицы забираются в гнезда. Ну что ж, интересный вариант.